бүгін қабыл болды. Жи, Сюзанна Армянка, мы сейчас приглашаем на сцену нашу Сюзанну, огромную партию, что она с нами. Представитель армянского народа находится, мы рады, что она с нами вместе. Добрый вечер. Мне очень приятно сегодня присутствовать здесь. Я бы хотела бы пару слов всего лишь сказать. Я пришла в этот коллектив «Союз народов Дагестана», потому что очень отношусь с уважением, с глубоким уважением, чту все традиции, которые существуют в Дагестане и у кавказского народа. Моя роль здесь только, чтобы процветал наш ансамбль «Ватан», чтобы о нас все знали. И чтобы относились к нам серьезнее. Родители, у меня к вам очень большая просьба. Пожалуйста, отпускайте своих детей в нашу организацию. Я думаю, они научатся у нас только хорошему. Мы здесь не только для того, чтобы делать вечеринки, где-то выступать. У нас еще духовное развитие тоже очень немаловажный факт. Даже очень важно. То есть религия для нас на первом месте. Ну, второе уже творчество. Я надеюсь, что вы с пониманием относитесь к нам. И я жду новых ребят. Спасибо. Спасибо, Сюзанна, огромное. Мы очень благодарны тебе за то, что ты с нами. И благодарим от имени нашего джамаата. Действительно, мы, приходя в культурные мероприятия, мы никогда не забываем о том, что у нас есть религиозные мероприятия. Мы, для нас, для нашего народа, самые важные мероприятия – это религиозные мероприятия. У нас было на религиозные 250 человек приходило на религиозные мероприятия. Аллах скинзу сахши деги, рохм тайги. Сейчас хотелось бы, я за этот вечер уже заметил, пусть готовится сегодня, предоставит для нашего народа народный дагестанский аварский танец Лейла и Арзуман Халмагу, дочка нашего друга Бориса. Я думаю, что они составят конкуренцию этой паре. Лейла Халмагу, Арзуман Халмагу. И вот эту вот пару мы хотим попозже видеть. Сейчас музыканту отпускаем, ужинит их там внизу. Пока музыку не поставил. Я сохранил со маармата со куплет пинзе ахюхенитла и генеральча Шахрудиновна. Азул дадам тадишин, шибайрам ханин пугев, ангел царал, ретальгун, хан шип хапулил и вызвел. Вау! Все, тогда, если настолько развит у вас аварский язык, то вам надо подучить его. Учите аварский язык, очень тяжелый, 46 букв, не забывайте. 33 русских, а у нас 46, потому что язык сложный, много слов, традиций много и красивый народ. Чем красивее народ, тем больше букв. Понимаете это? Давайте. Счастья вам, здоровья всего. قالي دم كتش أحنا هديم نجوم رعولا تا
от себе Маарукич, едини бижун раула. От себе Маарукич. Дорогие братья, дорогие сестры, наш вечер продолжается. Сейчас немножко мы передохнем.
скажи, у тебя что, дышь на всю боту, думаю, они верю, они его там живут. Где ты сегодня уже живу? Да. По-русски скажу, когда истинный кавказец на колени, почему говорит, три раза стоит? Первый раз, когда намаз делает, второй раз, когда пьет с родника воду, и третий раз, когда целует материнскую руку. Нет, чем на хет губов, нет, слова хоки, мат, молдует, то райка волар кекис. Сейчас я правильный. Добро ли кет, а как ли кет, слова хругу. Надо было сначала молодежь, потом